Сядь со мною, папа, посиди немного. Расскажи мне снова, как среди огня на войне ты встретил и увидел Бога. Видишь ли, сыночек, встретил он меня. Рядовым солдатом, молодым парнишкой, мне пришлось однажды в бой вступить с врагом, отбивать атаку рядом с другом Мишкой. Далеко застава, а враги кругом. В том бою жестоком выжили мы двое. Я тогда был ранен так, что не вздохнуть. Вот осталась память мне об этом бое. Шрам от вражьей пули, что пробила грудь. Говорил мне Мишка: «Потерпи, Серега!» Только смерть упрямо шла на абордаж. Был я некрещенный, хоть и верил в Бога, и твердил молитву в сердце: «Отче наш!» Покидали силы, мучила одышка. Попросил я друга: «Покрести меня, верю, ты сумеешь, помоги мне, Мишка!» Не дожить мне, видно, до исхода дня. И водой из фляжки был крещен я другом. У него бежали слезы по щекам. Все перевернулось, завертелось кругом. Я помчался прямо к белым облакам. Так я оказался в поднебесье где-то, в переливе нежных солнечных полос. Там по легкой дымке облачного света шел ко мне навстречу Иисус Христос. Наземь опуститься на колени в небо, но не мог я, словно ноги подвели. Да к тому же снизу было тоже небо, под ногами вовсе не было земли. А Господь промолвил: «Мне известно, воин, ты крещен водою, кровью и огнем, потому за веру пребывать достоин ты отныне вечно в царстве моем». Нет, не заслужил я вечного покоя. Может, волей Божьей ты совсем не рад? Я оставил друга там, на поле боя. Кто ему поможет? Надо мне назад. И в ответ Спаситель улыбнулся снова. Подошел поближе, заглянул в глаза. Ты исполнил долго братства боевого. За него отвергнуть можешь небеса. Друга не оставил, не предаши Бога. И меня прижал ласково к груди. Что же, моя радость, вот твоя дорога. Я благословляю, а теперь иди. Ты вернулся, папа? Жив ли твой приятель, боевой товарищ, друг твой Михаил? Он теперь священник. Это настоятель, тот, который, кстати, и тебя крестил.